Сегодня социальные сети плотно вошли в нашу жизнь. Невозможно себе представить и дня, чтобы мы не посмотрели какой-нибудь твит или не написали кому-нибудь сообщение. И на самом деле в этом есть много пользы. Но есть и обратная сторона этого всего – зависимость. Сегодня контента стало очень много, мы его поглощаем безразборно. Хорошее это, плохое, есть в этом польза, нету пользы. Правда это или ложь, уже не разберешься. Нет даже времени на то, чтобы остановиться и подумать, что мы вообще делаем. Но сегодня, сейчас, месяц поста, месяц прощения, месяц принятия добрых дел. И представьте себе, если вы придете в Йом-аль-Кияма, и у вас будут только комментарии, репосты, лайки. Это вообще сколько хасанатов. Поэтому мой вам совет, братья и сестры, выключайте это видео, выключайте свои телефоны и займитесь теми делами, которые принесут вам пользу как в этой жизни, так и в следующей. Баракаллаху фикум, вассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху.